Так, итак, вон они стоят, походу. Да? Ну, вон они. Родня приехала! Братья! Ты что, подрос? Такая лайк! Братья встретили, братья довольны, выспались, я забыл, класс. Что я тут остаюсь жить, пусть пишут. Все. Да. Аминь. Так, значит, Дольче Габбана, в общем, одеваем ребят. В общем, Валера у нас выглядит просто шикарно. Майами, значит, Майами. Так, Васильич, убираем кроссовочки, хорошо. Васильич, ну как Америка? Шикарно. Майами. Еще бомба. Не еще не понял, скорее всего, мы из магазина пока не вышли. В общем, пока ребят возим по магазам здесь, чтобы они в первый день закрыли все свои потребности, могли потратить деньги, которые решили потратить на подарки, и успокоиться. Поэтому потом повезем их гулять дальше. Атлантический океанчик, Васильич. Класс. Снимает. Вот так вот. Красота. Е-е-е. Вот да, Катя действительно правильно сказала в сторис. К нам первый раз за 4 года лично к нам приехали в гости. Именно к нам. Не проездом, а к нам в первую очередь приехали в гости. Сначала. Вот так вот. Да, Ирина. Вот так вот. Друзья. А что у тебя произошло? Разлил. Взрыв пиноколады. Вкусно? Ну как? Божественно. Да? А ты пробовал уже, Валер? Да. Напоминает... Что скажешь? Напоминает сгущенку. Привкус какой-то. Да, белорус. Как же не покупаться на шикарном в Атлантическом океане. Смотрите. Октябрь. Вода теплая. Наверное, градусов... Ну сколько? 28 точно, наверное. Хорошо, пошел! Ну как? Еее! Так, наша цель дойти вот до того пирса. Мы уже изнуренные. Васильич уже все говорит, все, спасателей. Но Валера, Валера идет к цели просто молча. Ну, благодаря друзьям я первый раз на этом пирсе. Благодаря Васильичу, наверное. Исключительно. Да, если бы не он, мы бы сюда не попали бы. Так, а вот здесь вот такой вот движ. Мы тут обойдем все, не зря приехали. Да. У нас комендантского часа нету, будем ночью, ночные прогулки. Все. Опачки. А вот улу. Ничего себе. Ой, какая красота. Ну как, братья? Шикарно. Братья мои. Просто удовлетворены. Это удовлетворенно, язык заплетается. Вот такой вот у нас шикарный ужин, как всегда, мясо, баранина, рыбка. Очень шикарный, это продолжение вчерашнего вечера. Братья, просто как котята уже, такие уставшие, такие класс просто, на вольные, на лайте сегодня. Нагуляли. Кушать и отдыхать. Так, вывел братьев показать. Комьюнити, а тут у нас Хэллоуин. А Америке Хэллоуин интересный. Приезжайте к нам в гости.
Так, пансионат можно еще открыть. Нужно иметь обязательно хорошую историю, да? Да. Сейчас Валерий Анатольевич попробует заказать мороженое. Excuse me. Просто пальцами можно показывать и все. 12 это сколько? 12. Значит, мы вышли на Ocean Drive. Сейчас я дальше сниму. Сейчас подъем к дому Аль Капоне. Какой-то митинг начинается. Сейчас что-то будет. О, сейчас что-то будет. Я так и знал. Васильич, я специально отошел. Ой, какой корветик просто, шоколад. Шоколад, не шоколад, белый, класс. Алло. Вот он, братья! По береговой линии мы прошли, посмотрим, что люди жрут. Все, я типа снимаю наших, но на самом деле обращайте внимание на тарелки и коктейли сейчас. 1932 год. Там чувак сидит, внутри курит. Кайф. Кайф. Так, в общем, что? Мы покушали дома после океана, отдохнули, набрались сил и приехали на авентуру. Пока мы гуляем по Apple магазину. Вон, братья. Будем сейчас лазить вечером здесь. Честно скажу, я сам первый раз вечером гуляю в этом районе. Это что? Василий, что, есть 16-й iPhone? Наличие. 17-й взял, да? А, это подставка просто, понял? Продается. Идем посетить мистера Илона Маска, значит. Ой, какая хорошая чаечка. Где? Мы брали. Да, мы на тест-драйв такую брали бесплатно. Вот такую, да? Да, мне с видос гоняли. Смотри, сама закрылась. Ну а что, Теслочка-то вот такая хорошая. Большая достаточно. Раз. Два. Василич, ну как? Как она открывается? Вот так вот. Раз. Смотри. Стенка советская. Я не могу понять, зачем вот эту штуку придумали. Вот такие, ты за шкафом едешь. Ну что-то есть такое, да. Ну это типа по богатому дерево. Да наоборот, она все кожа. Так, ну вот, собственно, сам Илон Маск. Здравствуйте, Илон. Спасибо за ваши спутники. Волшебное просто, волшебство. А, фоточку, конечно. Вон, кстати, Apple, в Apple деревья реальные растут, живые, прикольно. Мы пришли в Мизуми, как же не снять вот эту всю красоту? Смотрите, просто невероятно. Мир.
вкуснейшей еды, сколько роллов, тысячи видов, тысячи крабов набрали, морепродукты, раки. Смотрите, как прикольно. Пришли тачку арендовать, здесь вот, вот такие вот. Я знаю, многие любят американские номера. Так, ну что, братья, вот, садись, кто первый, давай крышу открывай. Так, ну что, мы приехали на нашем мустанге. Василич, куда мы приехали? Мы приехали на крокодиловую ферму, да. Зоопарк. Сейчас будем смотреть. Как мустанг без крыши? Мустанг нормально, можно. По Майами поездить можно чуть-чуть, да? Немножко, да? Попробовать. Сейчас мы так чуть-чуть привыкли, сейчас мы ему дадим жару. Да, на обратном. Да. Сейчас посмотрим аллигаторов, покажем вам все остальное. Сидит, глазеет. Варан это или кто? Посмотри, как кишится. Гляньте, ребята, вообще, он идет жрать. Он все, он идет, ему все равно. Вот-вот кому все равно. Вон, смотри, сколько. А ты посмотри, как вода двигается, посмотри, как вода двигается. Да, здесь мы сейчас выбираем крокодила, из которого будем шить. Покатай меня, большая черепаха. Тут есть, короче, такие развлечения, как плавание с крокодилами или охота на крокодилов. Он идет к нам, лянь. Это Василич. Это старший. На разговор идет. Глянь, вообще просто. Злой, да? И травка, глянь, и цветочек растет. Клевер такой. Ой, какой маленький. Плывут. А что здесь? Не живой он. Он поел, лежит, глянь. Ну хорошо. Ай, хорошо тебе здесь, да, на камушках? Вообще просто. А это что, хвост ему собрался откусывать? Нет, просто в рот положил. Погладь. Так, на такие лодочки пришли, сейчас будем искать аллигаторов. All right, we're going to be on this green boat right here. I'm going to open a box that has earmuffs in it for hearing protection. Сейчас возьмем для ух, короче, затычки. Понял, штукой. И оденем эти. Жилеты. Мы начинаем сейчас, будем путешествовать. И наушники дали, чтобы мы не слышали крики тех, кого успеют схватить крокодилы. Поэтому вперед. Thank you.
поэтому впереди. Да. Говорят, что в кустах, но я что-то ничего не вижу. Смотрите, кусты. Смотрите, фотографируйте все кусты. Там кусты. Кусты? Все, аллигатор мы ферму посмотрели. Покатались. Крокодилов показали. Теперь можно вот так вот, да. Так, что мы? Приехали, забрали Катю, забрали тачку, потому что невозможно сзади ехать нам. Приехали в шикарное место. Сейчас мы пофотографироваться, как же. Мне самому... Вау, вот это, блин, красота. Васильевич, а ну-ка, давай, для видоса, вперед топани, только так, в меру разумного, и назад. На заднем фоне Хэллоуин. Пастыря приехали тут просто на это. Раскумариться по Хэллоуину. Паша, отстань, а? Ты меня так не снимал, я 4 года здесь живу. Смотрите, какой Макларен, блин, вообще просто... Заряженный какой. Вот так вот, вообще огнище. Да, друзья? Смотрите, какой красивый. Вот тут вот аутсайд закрыт, но мы возле окошка сядем. Вот так вот. Как тебе, красиво, Васильевич? Сдерживаю себя, чтобы не остаться. Валерой, так, мы пришли кушать. Делаем. Все уже поели почти. Я их всех остановил, говорю, все. Смотрите, как красиво. Все, Валерий Анатольевич, кушайте. Извините, на братья. Паша не дает поесть. Кушайте на здоровье. Кушайте, он, какая красота. Ты говоришь, не снимать. Так что мы не договорились? Что а будет? Я не снимаю, как едят. Такое мнение будет. Приехали мы. Даунтаун, значит. Сейчас мы пойдем покатаемся на колесе обозрения, монорельс, всякую красоту посмотрим. А пока вот глядите. Now, thank you. Братья, на мустанге по городу, да? Класс. Запрещенка. Магазин, магазин запрещенки, пожалуйста, медицинской. Это Америка, здесь надо быть аккуратней. Просто чтобы все, но фокус не на тебя. Я поняла. Ты же понимаешь, как бы вот. Вот так вот. Это Америка, друзья. Самые настоящие люди. Блин, вообще красота вот так вот. Мы понесли, да, сажаем голову. Смотри, как видно, да, передает. Да. Вот так вот все мы тут. На высоте сколько-то там метров. Разъехались. Блин, как красиво, ребят. Посмотрите, просто великолепно. Великолепно, когда я в кадре. На, вот, пожалуйста, смотрите на это великолепие. Давай. Мы покатались, значит, чуть-чуть. Чуть-чуть покатались. Был дождик. Блин, ну как же красиво.
проедемся и назад. Ну, закладывай минут 20. Прокатимся. Нет. Так, что, мы сели на вот такой... Едем или назад поедем? Едем еще? Не хочется ехать. Да. Ребята сейчас на встречу. Сели, да, ничего. Сели и смотрим как бы вот на себя просто. Вот сели посмотреть даунтаун, Василий. Ну да, я же говорю, ничего не видно. Поехали. Так, покажу станцию. Вот такая вот красивая станция. Поезда без водителей вообще, смотрите, вообще ноль. Там уже все, никого. Zero. Вон полиция Майами. Ну, вот такая вот красота. Жалко, дождь все обломал. Поздоровайся, Эрик, со всеми. Скажи всем привет. Эрика говорит, я очень хэппи, да, Эрика? Алиса, Эрика, знаешь, сколько Эрике, Алисе день рождения, сколько я лет? Ничего. Эрика, Эрика, знаешь, сколько день рождения лет Алисе? Сколько? 9. Вырубили свет везде. Василич, ну как впечатление о служении, скажи? Нравится, так детей красиво. Да? Все, скажи, да, все так нарядно. Максимально так. Интересные люди, да? Анатолий, тебе как? Необычное служение такое. Я хочу быть африканской церкви. Все, я перехожу. Спасает. Он есть путь, истина и жизнь. Просто сегодня ухватись за него. Держись за него сегодня. Крепко, сильно, и не отпускай его, куда бы ты ни шел, что доверь ему свою жизнь сегодня. И я благодарю тебя, Господь, что ты избрал свою церковь в Майами. Говорящую церковь нашу. Давайте мы наши руки прострем на них, благословим их. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты даруешь нам детей, за то, что Ты даруешь нам наследие от Тебя. Благословляем, Господь, их глаза, уши, уста, Господь. Для нас, что пастырь вам привет, и церковь вас благословляет на том месте, где вы есть. Хотел пару слов о себе сказать. Я служу пастырем церкви в Киеве. И также я служу военным капелланом. У нас, я с Украины. И я думаю, ну, вы знаете, что у нас происходит там. И идет полномасштабная война, и мы служим там тоже людям. Хочется всегда дать слово от Бога. И я верю, что Бог вложил это место для меня, а точнее для вас. Но меня оно самого очень вдохновило и помогает мне до сих пор. И вы знаете, 3 глава, 1 стих. «Однажды в 9 час... Во время молитвы Петр и Иоанн шли в храм. В это время туда принесли человека, калеку от рождения. Его каждый день оставляли у так называемых прекрасных ворот. И он просил милостыню у входящих в храм. Увидев Петра и Иоанна, которые хотели войти в храм, он попросил и у них». Давай, готова, Кать? Да. Давай. Да. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Алиса. Happy birthday to you. Загадай желание. Кусай какой-нибудь кусок один. Забирайся. Клубочек забрала прям. Молодец. Это классно. Можно? 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 Благослови твою дочь, благослови Алису, благословляем ее жизнь, благословляем ее здоровье, благословляем ее, Господь, судьбу, ее школу, чтобы во всех
ее перипетии, во всех ее путях, Господь. Ты охранял и оберегал ее, Господь. Пусть кровь твоя будет на ней, как защита, как благодать, Господь. И пусть этот ребенок, он еще больше и больше познает тебя и будет радостью для своих родителей. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Алиса. Happy birthday to you. Все, теперь мы будем грустить, короче, с Катей еще месяц. Братья улетают дальше, но мы обещали вернуться. Хорошего вам пути, браты. Вот я раб. Христующий, не по силе, что служу. Да. Так, ну а как же детей не отвезти в школу? На мустанге просто. Вот так вот, да, Эрика, и в садик, да? Кайф? Доброе утро всем, друзья. Эрика, say good morning. Good morning.